Всем привет, Рыжка. Красавчик мой. Так, сегодня была на птичьем рынке. Ну, конечно, Шаня. И тебе надо. Да, и тебе. В общем, купила. Хотела креветок найти оранжевых. Но у нас там 3 штуки живут, не нашла. Их купила улиточек. Они плавают там, оранжевых ампуляшек. Ампулярий. Покажу уже в аквариуме их. Купила растения. Здесь у меня анубиасы, 3 вида. И мхи. Конечно, если распаковать, так... А, еще и корма, да. Это корм рыбам купила. И тетра взяла. В общем, тетровский корм. Ну, и спирулину, которая российского производства. Посмотрим, как они будут анцитрусы кушать. И вот здесь вот у меня анубиасы. 3 вида. И мхи. В общем, я это все распакую по аквариумам, рассажу и покажу, как это будет смотреться. Шаня, корм не тебе. Чудовище мое. Надо глаз вытереть ему. Вот так вот, в общем. Собакин с нами ездил, устал, бедолажечка. Отдыхает. В общем, как-то так. Сейчас покажу, как это выглядит в аквариуме. Так. Вот и улиточка. Сейчас светок. Точит. Вот он сейчас сфокусировал огурец. Я положила анцитруса. Вот она. Вот, кушает на ампуляре. На огурце сидит. Пошла дальше. Здесь те мальки у меня, вот они сидят. Вот еще 2 ампулярки. Кинула им огурец. Вот одна. Вот она уже лезет к нему. Вот. Вот это такой старый аквариум. Буду еще воду доливать. Перевела. И... сейчас корм уберу. Вот еще. Надо сфокусироваться. Вот улиточка. Тут у меня живут 3 креветки и 5 нейлонов. Вот. Вот. Вот креветочка, кстати. Одна. Вот. Вот хотела таких креветок докупить. 10, но... Вот. Нет. Такой домик поставила керамический, чтобы прятались. Вот. Вот еще одна ампулярка. Вот такая вот. Вот так вот. Идет. Так, а в этом у меня вот перегорела крышка тут. Сейчас лампу положила. Вот она. Вот. Спряталась там ампулярия. В общем, как-то так. Вот. Вот эти рыбки все я планирую потом в полюдариум привезти, чтобы они там плавали. Там по литражу больше воды получится. Может, не всех посмотрим. В общем, как-то так. А, вот она. Вот она. Ползает. Сейчас. Сфокусировать. Вот. О. Вот такая. Улиточка. Вот она. Вот.
красивые. Улитки. А эти все к огурцу приползли. Наверное, все-таки голодные были. Сейчас будут трепать огурец. Вот. Вот так вот. В общем, адаптируются все. Пока такой бардак у меня с аквариумами. Но это пока. Пока так они у меня живут все. Так, и видео сейчас про анубиасы. Значит, это мои анубиасы, которые я перевожу в сухую форму. Здесь все практически одного вида. Тут точно вот это все анубиас нанопетит. У меня был узколистный анубиас, он не выжил. У меня там, в общем, я кое-что сделала не очень хорошее и погубила. И у меня был гигантский анубиас. Тоже вроде бы возможно, что среди них где-то есть эта детка. Не знаю пока. Ну, в общем, это мои анубиасы. И здесь, сейчас я открою, покажу вам. Значит, купила вот этот анубиас. Он растет вверх. Если петит, ну, это все мои петит, они стелятся, то это, ну, по земле стелется, то этот растет вверх анубиас, и он крупнее будет. Вот я его взяла, узколистный взяла, очень хороший кустик, кстати, такой тоже посадила, вот он, видите. И вот бонсай анубиас, вот он, маленький, вот. Посадила их сюда. Почему посадила в этот аквариум? Я буду заливать сюда сайдекс, поскольку у меня тут нечатка образовалась и кладофора. В общем, у меня было парочку анубиасов с кладофорой, и вместо того, чтобы отдельно их взять, протравить, ну, я решила посадить, думаю, все равно в сухую форму перевожу, не будет. Ну, в общем, угу. Закисло. Тут закисло, разрослось немного. Я сейчас еще воду поменяла. Все-таки подолью сюда сайдекса. И эти анубиасы, почему опять же не присадила, они тоже с кладофорой. Есть там, я увидела на корнях кладофору, поэтому я их лучше здесь обработаю. Вот. Пусть. Так. Эти все, кстати, петит, они все обработанные, вот эти мои. А с айдексом они чистенькие все, ну и хорошо себя чувствуют. Так, дальше это не все еще. Ой, у меня тут внизу спрятала. Спрятала внизу. Я купила мох. Вот такой вот. Вот он будет красивый. Тоже его буду обрабатывать, буду заливать с айдексом. Недельку пролью, а потом в креветочник пересажу. Вот такой мох. Дальше. Мох Феникс. Вот мне нравится этот мох, кстати. Он хорошо потом к деревяшкам прирастает. Можно его стричь, будет такой красивенький. У меня когда-то был. У меня был аквариум шарник, я его продала. Вот у меня там мох, так этот Феникс разросся хорошо. Такой форма листа. И еще один взяла. Непонятно, что это за мох, сказал. Ну, пусть будет он вот такой вот. Как бы так его хочется сфокусировать. В общем, елочкой такой. Но это не рождественский. Это не пламя. Ну, как. Ну, какой-то из таких, из простеньких, в общем. Вот, три мха таких я купила. И тоже буду проливать сайдексом, потому что в них есть это именно поганая кладофора, от которой очень тяжело избавиться. Не надо ее путать с нечаткой. Это вообще, блин, разные вещи. Вот правда, для меня вот разные совершенно. В общем, и есть еще мох. Кстати, он здесь тоже мне попался с растением, когда-то покупала зимой, по-моему. Он вот такой вот. Вот. Вот, растет. У меня здесь кинула его сюда.
Вот, вырос. А был маленький кусочек с такого вот, вот с такой маленькой веточки за зиму. У меня уже выросло. Это все для палеодариума. То, что у меня здесь все, это все для палеодариума. Я подготавливаю растения для запуска в палеодариум. Вот это тоже все. И мох тоже. Это долгий процесс будет запуск палеодариума. Долгий. Я сейчас как раз хочу, выращиваю растения для него, подращиваю. Как в сухую форму, так вот и подводно-надводную. Вот это вот все. Палеодариум свой, скорее всего, я буду запускать, наверное, к зиме туда. Я все куплю еще, потихоньку покупаю. Вот. И буду запускать уже, чтобы все было, а не так по чуть-чуть. В общем, вот так подготовка идет. Кстати, анубис очень хорошо растет. Сейчас в сухой форме. Вон сколько много листиков. Светлые салатовенькие, это новые листики. И так подрос. Ну, подрос хорошо. Не в сухой форме, он вроде бы быстрее должен расти. Ну, посмотрим. Ну, мне нравится, вот как сейчас у меня растет анубис. Хорошо растет. Прям я довольна. В общем, вот так. Вот такие покупки. Ну, этот здесь пока вот. Как его так показать? Мхи будут стоять. Вот так вот. Все. Всем спасибо за просмотр. Всем пока-пока.